В одном из своих выступлений президент Азербайджанской республики отмечал, что слово «мультикультурализм» достаточно новое в нашей лексике, но традиции, которые стоят за этим словом, они имеют многовековую историю. И Азербайджан, он находится на перекрестке цивилизаций, культур, религий. И, безусловно, это отражается на его многовековой культуре толерантности и мультикультурализма. В нашей стране веками люди различных национальностей, культур и религий проживали и проживают в условиях мира, согласия и дружбы. И сегодня эта традиция, она является и поддерживается государственной политикой. Поэтому Азербайджан сегодня превратился уже в международно признанную площадку, где проводится большое количество международных мероприятий, направленных на укрепление межрелигиозного, межнационального, межкультурного диалога. Вы отметили прошедший недавно у нас в столице второй саммит лидеров мировых религий. Абсолютно правильно подчеркнули, что в сегодняшнем современном мире, где, к сожалению, растет общее напряжение, где мы становимся свидетелем того, что растут такие опасные тенденции, как расизм, ксенофобия, исламофобия, антисемитизм, использование религии в разжигании межнациональной и межрелигиозной конфронтации. Все эти вопросы сегодня имеют общечеловеческую значимость. И то, что в Азербайджане они поднимаются, поднимаются на самом высшем государственном уровне, я думаю, что это не случайно, потому что, как я сказала, в Азербайджане есть давние традиции. И вместе с тем это очень важно, чтобы эти месседжи, которые звучат на таких международных мероприятиях, были доведены до всей мировой общественности. На саммите, на втором саммите лидеров мировых религий участвовал патриарх Московский всея Руси, выступил, и все его месседжи, обращения, я считаю, что они сегодня очень актуальны, может, актуальны как никогда, потому что, к сожалению, в мире есть тенденция к росту вот этих опасных явлений. И я уверена, что только общими усилиями, усилиями как на уровне глав государств, так и среди просто гражданского общества можно остановить эти угрозы.